что интересно, он здесь местный, он здесь родился в Гуадалесе? ¿Tú has nacido aquí en Guadalest? No, nacido en un pueblo al sur de Valencia, 40 километров. Он родился 40 километров от Валенсии на юг. А почему не в Гуадалесе? И por qué en Guadalest? Bueno, pasé por lo menos 20-30 años de mi vida cerca de Denia. Он прожил около 20-30 лет возле Дении, это городок севернее отсюда. Allí tenía una galería grandísima, más de 600 metros cuadrados casi. Около 600 квадратных метров. Tenía muchos alumnos, muchísimos. У него было много учеников. Со мной Pero говорим. В un momento hace 14 años que dije, me voy a ir a un sitio mucho más tranquilo. 14 лет назад он решил уединиться, поэтому он выбрал именно этот городок, чтобы здесь спокойно заниматься. Здесь живете, работаете? Tú vives y trabajas aquí. Exacto. Да, он живет и работает здесь. Bueno, la galería antes ni siquiera durante 8-9 años he estado solo en mi casa trabajando en mi estudio, pero hace 4 años ahora está. 8-9 лет назад еще он работал и жил дома, если там он все творил. А 4 года назад он открыл маленькую галерею. Почему все время космос, космос, космос? ¿Por qué siempre pues, el tema del espacio? Y... Sí, el tema del espacio más bien no es el tema del espacio. Es el tema del espacio, pero es una fantasía. Es una fantasía. Fantasía, видимо, у него бурно развита фантазия в этом направлении, поэтому... Pero que evoca la grandeza, quiere evocar la grandeza de la vida. Quiere hablar de la grandeza de la vida. Он хочет показать... обширность жизни, объемность жизни, поэтому, наверное, космос. Здесь картина одна, которая отражает вот все его творчество. Todos, todos hablan. Un cuadro. Que tú puedes decir, pues este cuadro lo que yo estoy imaginando. Todos los cuadros tienen un trocito de lo que. Каждая картина высказывает мою внутренность, мои внутренние какие-то. Но это одно и так и не нарисовано. Pero digamos enseñar algún cuadro que dice ejemplo eso este. Ten en cuenta que todo lo que hay aquí ahora son reproducciones porque bueno todo no hay también muchos originales Практически все картины здесь это репродукция оригиналы он хранит в другом месте porque los originales son muy caros entonces he tenido aquí mucho tiempo los originales he vendido algunos pero muy poquitos Entonces he pensado que es mejor tener reproducciones. Он говорит, что он хранил какое-то время именно оригинал именно здесь, какие-то он продавал, но сейчас он решил их держать в другом месте, вот, и сейчас тут репродукция. Там hay originales, hay muchos originales, pero de menor importancia. Также тут имеются оригиналы, но уже по, как говорится, по цене ниже, чем... Por ejemplo, esa reproducción, el original, Mide 2 metros de altura por 1,40 de ancho. Допустим, оригинал этой репродукции высоту размером 2 метра и в ширину 1,40 метра. Конечно, здесь он выставляет какой-нибудь. Можно его сакать на имахе, да, на кесе, на кесе, что я говорю. Да, может снять, если говорит эту картину. И я потом сниму ее. Esta reproducción, el original, mide casi 5 metros de largo. Допустим, 1,20 de alto. Репродукция, то что ниже? Toda esta pared la ocupaba este original. Около 5 метров. Сколько уходит времени на создание такого шедевра? И cuánto tardas para hacer un trabajo? Este, por ejemplo, mucho tiempo. Más o menos. Mira, más o menos. 8, 9, 10 meses. Este sí. От 8 до 10 месяцев. Este casi un año. Допустим, por la reproducción, около года. La cantidad de detalles que tiene, ¿no? От количества мазков, от количества разных... А как он придумывает сюжет? Он уже знает конечный продукт, как это будет в конце? Или он берет просто и это все по ходу приходит? Cuando antes de empezar a trabajar con el cuadro, ¿tú ya sabes lo que vas a hacer? ¿O te viene ya por el camino, digamos? A veces hay un tema que yo quiero desarrollar, pero un poco, digamos, un tema central. У него есть, значит, предварительная такая картинка, с которой он начинает работать, и уже в ходе работ он приходит какие-то новые идеи, какие-то новые мысли, он уже воплощает в реальность. Eso es el 20% del cuadro, luego... 80% se lo acaba pasando. 20% это начальная идея, 80% он уже дорабатывает во время работы. Здесь есть картина, которую он посвятил своей жене. ¿Tienes algún cuadro cual, digamos, puedes regalar o has regalado a tu esposa?
Bueno, todos son de allá. Все, yo no tengo nada. Все ее. Я, у меня ничего нет. Он выкрутился. Абсолютно мувенде, например. Есть эксклюзивный момент. Сейчас нам покажут картину, которая была создана вчера. В пятницу. И эту картину вы увидите впервые, и она действительно великолепна. Это видно Аликанте, а там еще нету замка Санта-Барбара, да, до застройки. Нет, именно как раз замок Санта-Барбара есть, нету именно жилой застройки. То есть девственная среда, которая она была в этом момент. Море, облака. И такая своя интерпретация, потому что я так понимаю, что-то опять же связанное с космосом. Ну тут очень сложно об этом говорить. Lo importante de la arquitectura es intentar transmitir que no solo es lo que vemos, a veces nosotros vivimos en la Tierra y no nos damos cuenta, estamos en lo cotidiano y no pensamos la grandeza que es la vida, ¿no? Моя цель передать в моих картинах не только то, что мы видим в повседневной жизни, а обширность Ну, то есть, что мировоззрение больше, чем то, что мы видим. Чем то, что мы видим, да. Потому что тема не наш фига. Мы находимся в какой-то сфере. Путешествие по галактике в 300 миллионов лет. То есть, он улетает в другой мир, что-то запоминает, возвращается и дальше. То есть, да, даже на этой картине видно, что часть его картины – это сегодняшняя жизнь планеты Земли, а другая часть – это какой-то космос, какая-то фантазия. А смотрите, такой не по делу вопрос. Вот в Амстердаме художники употребляют легкие наркотики, чтобы получить какой-то эффект. Мой наркотик – это жизнь. Понятно. И мне кажется, что это лучше этого наркотика, больше ничего быть не может. Каждый день я просыпаюсь, вижу солнце, вижу пальмы, и больше, в принципе, ничего не надо. Cuando observas ese milagro diariamente, no necesitas nada. Когда ты видишь именно вот это состояние мира, солнце, дождь, пальмы, в принципе, больше в жизни. Зачем? Что еще надо? Это самый большой подарок, который у нас есть в жизни. Просто мы, наверное, не все это ценим. Вернее, мы об этом не задумываемся. То есть он в своем возрасте еще с душой ребенка получается? Конечно. Он, как, наверное, любой человек в возрасте, начинает ценить каждый день своей жизни. Смотри, а здесь совершенно разные картины. То есть это больше космос, мистика, а это живопись. Мое основное направление – это фантазия. Pero, por ejemplo, ante la belleza de cosas que yo veo aquí en nuestra tierra, pues también me siento motivado en un determinado momento para pintar. Es lo mismo, es otra manifestación de la vida. Так как я живу, просыпаюсь и вижу вот эту природу, я вижу вот эту красоту, конечно, мне хочется рисовать вот что-то естественное, то, что нам дарит. Просто я как определяю, человек художник или нет, если он может нарисовать что-то достойное, то он потом может фантазировать на любые темы. А вот амстердамская школа, у них просто фантазии, но они не могут что-то робить даже дома. Ну, он рассказывает, что мне уже много лет, и в своей жизни я успел сделать разные работы в разных направлениях. А такой, опять же, нескромный вопрос. Если мне понравилась какая-то картина, я могу ее заказать индивидуально, чтобы для меня сделали? Примерный порядок цен можно или это нереально? Pues, señor pregunta, si a mí, por ejemplo, me gustaba este cuadro, ¿te puedo hacer un encargo? Sí. Y más o menos, ¿qué puede costar? ¿Qué cuadro? ¿Какой конкретно? Ese no es muy caro, ese vale 400 euros. Вот именно эта картина стоит 400 евро. Но она стоит больше, но 400 евро это понятно. Я понимаю, но сиквел. Я влюбился в нее с первого взгляда. Я se enamorado de la primera vista. Sí, la pintura, nunca hay que comprar pintura por las cosas que tú conoces y sabes de la pintura. Hay que comprarla con el corazón. Tiene que ser un flechazo. Он говорит, что картину, если ты приобретаешь, ее нужно покупать сердцем, а не тем, что ты, допустим, знаешь, что она стоит, она дорогая, и ее рисовал известный художник.
А откуда этот вид реально существует? Шашлык. Это здесь. Это здесь. Ну, вот эта картина вообще, я даже не понимаю, что это картина, потому что это фото. А пенсал, конечно, на фото, но это Это очень круто. Чтобы такие рестораны, там и на этом человеке. Это небольшой ресторан, который тоже находится. Sí, muy gracioso, me gusta mucho como es, ¿no? Sí, del ángulo, ¿no? Sí. Ну, с угла, с которого он нарисован, то есть, Es cualquier cosa cotidiana en la vida también es digna de ser pintada. Вот это то, что он и хочет подчеркнуть, что повседневная жизнь, которую вот мы иногда не замечаем, потому что если мы сейчас подойдем к этому ресторану, он, наверное, уже не так будет смотреться, как на этой картине. И вот это то, что он хочет подчеркнуть, что повседневная жизнь тоже красивая. А человек дистанционно, который не был благодаря, может увидеть какой-то каталог его работ? Que, por ejemplo, una persona que a lo mejor está viendo nuestro video, ¿puede ver un catálogo de tus trabajos en internet? Sí. Yo tengo internet, página web. У меня есть страничка в интернете. Facebook. Twitter. Дедушка, Федория такой продвинул. И tengo, mira, esto... Мы обязательно поставим ссылочку вниз, потому что это действительно... Это действительно здорово. Tres catálogos físicos. Это физически. Три каталога. Pero esto también está todo en internet. Все это есть в интернете. Hay una aplicación que tú entras en la aplicación y puedes abrir el libro así. И lo vas pasando las páginas. Там специальная программа, нажимаешь на кнопочку и страничка переворачивается. И уже можно выбирать и покупать. Мы можем разместить на видео приложение? Podemos agregar tu página web en el video para que la gente te pueda ver. Cuando entrarán a la página web, entonces verán que abajo están los iconos de Facebook, de Twitter, y mi correo electrónico, etc. Site есть адрес, есть кнопочки на переход на Facebook, на Twitter. Спросите, ему будет интересно. Большое спасибо, что вы уделили нам время. Спасибо for the tiempo. Я скажу, что за последние два года, наверное, увидел первого художника. Que en últimos dos años él ha visto a un Pedro como tú. Человека, который может себе и в живописи, и в фантастике, и в любом стиле работать. Que tú puedes trabajar en diferentes estilos, en naturaleza, en fantasías. И если этого художника увидел в Гуадалесе, это вообще просто... И bueno, tal como te hemos visto en Гуадалес, eso también mucho. Это хорошее энергетическое место, и его картины очень заряжают энергию. Buena energía, pues calculo aquí, y bueno, salimos de aquí. Muchas gracias, me alegro mucho. Muchas gracias. Спасибо вам за то, что вы делаете. Muchas gracias por lo que haces. A vosotros. Ребята, если вы будете в Гуадалесе, и вам нужно непременно посетить это место, и этот человек, он заряжает своим позитивом, и когда энергетику Гуадалеса вам будет недостаточно, зайдите в его галерею, и вы получите то, что недополучили с вами. Большое спасибо, то, что вы смотрели это видео до конца, и... Поехали? Поехали. Muchas gracias. Bueno...